Да, у нас проводятся различные проверочные мероприятия среди муниципальных служащих, среди в целом в органах местного управления. Это проверка сведений о доходах, о расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера. Это, конечно, и вопросы урегулирования конфликта интересов и так далее, и так далее. В целом, можно сказать, то, что, вот, например, за прошедший период текущего года по именно сведениям, по проверкам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера у нас было проведено 302 проверки. И по итогам этих проведенных проверках в 122 случаях у нас установлены факты предоставления муниципальными служащими неполных или недостоверных сведений. Из этих 122 случаев у нас 75 муниципальных случаев были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Сразу же забегая вперед, я хочу сказать о том, что не все 122, конечно, привлечены были, потому что там были различные факты допущения технических ошибок и, так сказать, малозначительных различных нарушений, да, но когда у нас выявляются факты, когда представляются заведомо ложные сведения о доходах, да, у нас соответствующие служащие были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».